Одна из парковок для инвалидов у торгового центра «Курс» заставлена автомобилями. Но здесь, судя по значкам на машинах, закон не нарушен. А вот на другом месте водитель на белой «Тойоте» проигнорировал и знак, и разметку. Здравствуйте. Старший лейтенант Горбатенко. Ваши документы, пожалуйста. Сейчас. Вы стоите на месте для инвалидов. Еще в одном месте также обнаружен автомобиль, на этот раз Volkswagen. Извините, пожалуйста, а вы считаете, что нарушения не было? Мы ребенка высадили, чтобы покормить. Нам его таблетки нужно давать ребенку, вы понимаете или нет? Мы разворачиваться, развернуться хотели. Он нас высадил и уезжает. Разобравшись в обстоятельствах, сотрудник госавтоинспекции не увидел нарушений в действиях водителя. Проверили документы, все в принципе в порядке. Вот. То есть наказывать не будем строго? Нет, ну парковку-то он не осуществлял, вот, осуществил разворот, поехал, вот. Просто предупредить, профилактические меры, так сказать. Именно с целью профилактики правонарушений и защиты прав инвалидов на доступную парковку и проводится сегодняшний рейд. Протокол оформляется тут же. Нарушителю грозит штраф в 5000 рублей. Если оплатит в течение 20 дней, то 2500. И это ему еще повезло. Если бы его не было в автомобиле, он бы искал свою машину на штрафстоянке. Подобные рейды проводятся ежегодно в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечается 5 мая. И, как показывает практика, пока еще достаточно тех, кто игнорирует эти дорожные знаки. Паркуются несознательные водители на эти места. И поэтому, как бы вот приехал инвалид, приходится ему искать место для парковки, у которого нарушен, например, опорно-двигательный аппарат на коляске. Конечно, это не делает честь вот тем водителям, которые занимают места, предназначенные для инвалидов. Еще одну молодую пару инспектор останавливает на выходе с парковки. Парковались под знаком, как вы видели. Пойдемте посмотрим с вами. И этого недобросовестного водителя ждет штраф, хоть барышня и раскаялась. Девушка, а как же так получилось-то? Не заметила знака, простите. Еще несколько человек были задержаны возле торгового центра, после чего участники рейда переместились на стоянку у центра «Мои документы». Здесь водителю «девятки» повезло меньше, чем его коллегам-нарушителям. На автомобиль наклеиваются специальные ленты, затем его поднимают на эвакуатор, и он отправляется на штрафстоянку. Стоящий по соседству водитель-инвалид воспринимает эти действия с удовлетворением. Он отмечает, что нередко парковочное место можно найти только на большом расстоянии от места назначения. И после этого мне приходится либо идти далеко пешком, что я после перенесенного инфаркта, предположим, не могу сделать, либо там брать такси и подъезжать до места. Потому что также это со всеми супермаркетами абсолютно. То есть вообще не обращает внимания. Наверное, многим водителям стоит подумать о своих действиях. И даже не из-за страха наказания, а из элементарного чувства сострадания. Максим Козлов, Егор Хлябич, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ.